моя, вот право, что я здесь могу делать, да, сейчас первое, например, я джеб, лоу, после этого, да, он начинает защищаться, да, то есть я джеб, он ставит щит, я здесь лоу, под опору, хорошо, он уже и это понял, я джеб, этот самый, абракадабра, да, знаете, Джон Джонс показывал, так вот называл, то, что я на лоу выношу здесь и провожу его по центру. Корпус, голову, ну это уже там какая у вас растяжка. Опять же, раз, и здесь он уже, например, абракадабру он уже съел. Все. Перевели уже на этот самый, на, да, на суплемент. То есть вот такая схема, попробую. Раз, два, сюда. Опять же, раз, два, перевели. Чудо-малаши, так называемые. Бразилиан кик. Пробили в гол. А? Бразилиан кик. Бразилиан кик, да. Мы когда-то называли чудо-малаши. То есть вот такие моменты. Ну где-то через левую руку, да, все равно. Абракадабра. А что вы там курили? Абракадабра. Бразилиан кик. Что еще? Пам. 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 Туда. Пам. Оп. Когда вы его правой ногой, да, уже задолбали, чтобы там не понять, что от него ждать. Поэтому он просто где-то встает на месте и перекрывается. Ты смело, значит, переносим. И прямо вот сверху пробиваем акцентированно. Аккуратно.